Приехала сегодня утром, прилетела из Екатеринбурга. Завтра на малой арене Лужников Дима, сын, проводит 10-й кубок Ешанькина. Здравствуйте, отец. Да. Ешанькин — это как бы турнир такой всероссийский. Сейчас можно сказать, что и международный. Там ребята приезжают с Беларуси, с Украины. Чай пьют? Уставший. Если где-то что-то проводят, там стартовые взносы люди платят, да, билеты покупают, то у нас всегда бесплатно, без стартовых взносов. А где мама? Мама. Саня Федоров? Да. Где? Не видел? Где? В отеле. Рендовер приедет с утра. И Макс ведущий наш. Каждый получает приз, каждый участник, каждый победитель, каждый даже вот зритель получает какой-то подарок. Поэтому это такой праздник, которого все ждут. Это сложненько. Ну нормально. Показать? Саня. Получается все, да? Ну слушай, большая площадка. Проводили два раза в Димитровграде, потом три раза в Абрадюрсо. И так было здорово, что все хотели там побывать. Куча призов, как всегда. Ты представляешь себе, да, вот это вот огромный, огромный дворец. А вот это. Нечего волноваться. Это Дима проводит, он... У него голова сейчас, я не знаю, забита, наверное, это все организовать. Это все призы собрать и каждому раздать, и каждому все это провести. В этом году только второй раз, да, вот был в Конаково, и сейчас вот в Лужниках. Кто такой нарядный? Там вес, сколько жира, сколько воды, сколько мышц организма. Семейный праздник. Там будет участвовать Леша, младший сын Димы. Он прыгает на батуте, и вот два человека в мире, канадец один, и вот Леша, делают пятерное сальто, да, а Леша один в мире делает шестерное, представляете? Класс, ага. Ну, Леша, как ты вот шесть оборотов, а как ты ориентируешься? Ну, там свет, а тут батут, типа того. И вот его хотят внести в книгу рекордов Гиннесса. Ну, прикольно, да? Ну, вот. В тот раз тоже вся комната завалена. Как это все разобрать, как вручить? Ну, Луцков, олимпийский чемпион. Ну, Луцков. А, понял. Так, вы зашли уже, да, Марио? Сейчас я приду. Это вот так все время будет, да? Да, да, в этом фишка. Конечно. Такая подготовка, там же будет в районе 13 видов спорта. А тут у нас подарочки от S-Shaped, да? Подарочки от S-Shaped. И что это у нас? Это для девочек, да? Ну, Димка, да, конечно. Че, как настроение? Великий организатор. Таких я не знаю. Каждый день. Из него как вулкан. Прет. Смотрите, как подготовились, ребят. Спасибо огромное. Спасибо большое. Там Юра занимается тяжелой атлетикой. Ему сейчас 15 лет. Он уже кандидат в мастера спорта. Весит где-то в районе килограмм 60. Уже 95 рвет и 110 толкает. Сейчас уже, наверное, больше. Вон идет кого-то, идет. Саша Федоров. Участник мистер Олимпии, профессионал. Блин, как я рад тебе видеть. Каждый раз как тебе. Какой же ты большой. Тоже чемпионы в своих видах. Чемпионы России, Европы, мира. Самая большая рука. Посмотрите, рука, вот больше моей головы. Наташа, это младшая, как бы старшая дочь Димы. Видите, еще Наташа здесь. Вот. Ну и, может быть, мы все вместе выйдем потом на сцене. Вкусно пахнешь. Я сейчас встречу. Как дела? Еще кого-то встречал? Не, я же здесь живу, и мне сейчас встреча здесь. Что завтра будет? Интересно? Завтра будет очень интересно. Там будет чемпион мира, наверное, на квадратный метр. Очень много. Я завтра выступлю. Ты опять в форме, что ли? Ну, какого чемпионата мира ты готовишься? В 19-м. Когда? Вот в начале декабря. Сань, ну скучно мне просто так в зале сидеть. Я тебя понимаю. Это будет такой праздник, что если, как бы, если придешь, не пожалеешь. Давай школьницы тогда. 5, 10, 15. Ну да. И вот так каждого. И вот так целый день. И вот так и неделю, и месяц. Бабушкин день.
батл. Константин готовит. А, люблю тебя, пока. Извините. Бачковский, да, помогает. Соля, Димочка пришел. Мамочка, в халате. Хорошо. Да кто знал, что вы тут фотографировать придете? Что же решил? Шикарно выглядел. Прекрасно. Я думаю, ну как тебе тут? Ничего? Мне замечательно, я как в Турции. Это ты же в бухгалтерии или сюда пришла? Из бухгалтерии. Похолодало немножко у нас, да? Хорошо. Ну, против нас у нас очень тепло. Это у вас тепло, у нас холодно. Послушай, вы не можете больше откладывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как? Хорошо, решил. Ну что, неплохо, да? Да, но только в пятницу не позже. Понял. Стас завтра приедет. Вы, в принципе, не торопитесь, можете приехать сейчас спокойно. Да, да. Ну, скажешь, как у нас? Александр Сергеевич Ешанькин, 67 лет этому спортсмену. Сколько весишь? Ну, сейчас где-то под 90, 89, 90. Да ладно! Покажи банку. Банку. Да это же какой-то ужас, да это кошмар какой-то. Что за человек? Я Дима, Юра и Леша. Как бы дед, отец и внуки. Династия, да? Династия, да, тоже интересно. Заказали награды, медали, кубки и обещали сделать неделю назад, но еще не сделали, а завтра уже надо вручать. Пытаюсь медали получить, которые заказали для наших судей и ассистентов, но перепутали вместо больших маленькие, большие наклейки на маленькие медали, ну то есть прямо вот уже пару часов занимаюсь какой-то ерундой. Это Вадим. Вадим делает нам сайт. Чем вы занимаетесь, Вадим? Сегодня здесь. Смотрю «Мстители». Время 12:15, только доехал до дома. Всех встретил, всем позвонил, все напечатал, все распечатал, подготовил, отправил. Фух. Морозно так хорошо. Ну дай бог, чтобы завтра все у нас получилось. Я в это верю. Ну, а как? Мы же готовились. Доброе утро. Я побрился, помылся. Ну, в принципе, я еще не так плохо выгляжу, хотя спали мало. Как жене говорю, ты так хорошо выглядишь с утра. Она говорит, а я, говорит, спала 4 часа. Секрет молодости. Быть активным и меньше спать. Доброе утро. Я не тебе готовлю. Hello. Это к нам приехал наш друг из Беларуси. У нас уже урок английского начался. Давай мы будем говорить, что ты из Англии приехал. American. Как дела? Один американец. Я не понял, что это что-то старший. Я же видел такие бронзы, зашел. Сыграл спать. На Econ's Milk. Время 8 утра, выехал. Уже выехал. Но, впрочем, чему удивляться, я практически каждый день так выезжаю. Но сегодня чуть раньше и чуть более взволнованное мероприятие. Не просто занятие, тренировка или обычное дело, а очень ответственное дело. Сделать так, чтобы народ остался доволен. А это нелегко. А это нелегко. С того, что нам предстоит ответственное мероприятие в этом замечательном дворце спорта на малой спортивной арене в Лужниках состоится Ешанькин Спортс Фестиваль. Большой семейный праздник, спортивный фестиваль Ешанькиных. Много активностей, много площадок, много судей, ассистентов, помощников, волонтеров. Призов, подарков, звезд, гостей, селебрити. И надеюсь, что будет много зрителей и участников. Это мы сегодня узнаем. Опыт, как говорится, есть, но каждый раз это очень волнует. Каждый раз переживаешь, получится, не получится. Ну, вроде бы пазл сложился. В общем, надо пойти заняться организацией. Надо еще физически потрудиться.
Здорово. Как сам? Порядок? Призы и подарки. А вы поможете там что-нибудь поставить нормальное по музыке? А то как это, в мире животных сейчас поставит музло, и вы все. Срочно что? Что делать? Призы таскать, столы таскать. Ну, пока никого нет. А когда они все будут? Ну, давай мы, чтобы нас трое. Ну, хотя бы двое. Комната с подарками. Димон, ты как? Эти ребята ехали сюда из Таганрога 12 часов. И сразу приехали к нам сюда. И не устали. Не помогаем. И даже совсем не устали. Таганрогу приехали. Серега. Здорово, Серега. Ты Аксель привез? Да, я не буду здороваться, пока Аксель не увижу. Привет. Основной список призов. Резервный, ну, зависит ага. от того, что будет. Вон они в коробочке лежат, по 3 экземпляра каждого. Угу. Шикарно. Дмитрий, мне надо будет день. И ведомости. Здорово. Как дела? Да, более. Вы так рано. Молодцы. Кто у вас главный судья? Ну, сейчас Ваня еще приедет. Ну, кого мы называем главным судьей? Так, это 5 ЛБ. Тачку? Парни по коридору. Да?